аппетитная, сочная и ароматная буженина на сковороде в домашних условиях может получиться ничем не хуже, чем в духовке. Попробуйте приготовить это нежнейшее мясо. Если вы любите полезные и вкусные мясные блюда, тогда рецепт приготовления буженины на сковороде обязательно придется по вкусу, она подойдет для завтрака, может использоваться в первых блюдах и с любимым гарниром. В конце видео мы расскажем, какие продукты потребуются. 1. Первым делом необходимо вымыть кусочек свинины и обсушить бумажным полотенцем, на сковороде разогреть оливковое масло и отправить туда один очищенный зубчик чеснока, обжарить на сильном огне с двух сторон до появления корочки, чтобы запечатать все мясные соки. 2. Пока обжаривается мясо, можно заняться овощами. В рецепт приготовления буженины на сковороде используется луковица, которую необходимо очистить. Резать не нужно, очищенный и нарезанный пополам чеснок, а также немного зеленого лука. Еще один ингредиент данного рецепта – корень имбиря. Его нужно очистить и нарезать крупными кусочками, очищенные овощи добавить на сковороду, кроме лука, и обжарить вместе с мясом 3-4 минуты. 3. Так как кусочек мяса довольно большой, чтобы он как следует проготовился, необходимо использовать воду, которую нужно довести до кипения в большой кастрюле. 4. Посолите, поперчить мясо. Буженина на сковороде в домашних условиях может быть дополнена любыми специями и приправами для мяса по вкусу. Затем аккуратно переложить свинину со сковороды в кастрюлю вместе с овощами и добавить лук, довести до кипения и убрать огонь до минимума. Подписавшись, не пропустите новые вкусняшки. 5. Воду в процессе приготовления добавлять не обязательно, она будет выкипать, а мясо тушится. Готовая буженина будет сочная внутри и с аппетитной корочкой. Если случилось так, что кусочек целиком в кастрюлю плохо помещается, то лучше его заранее разрезать перед обжаркой. Остывшую буженину можно подавать с любым гарниром или соусом, а также использовать в качестве ингредиента для салатов. 6. Бульон, в котором доводилась до готовности буженина, также можно использовать. Жду ваших лайков и комментариев. Ингредиенты этого вкуснейшего блюда. Свинина 1 кг, чеснок 4-5 зубчиков, корень имбиря 3-4 ломтиков, луковица 1-2 штук, зеленый лук 1-2 штук, соль 1 щепотка, перец 1 щепотка, количество порций 6-8. Ставим лайк и подписываемся. Ваши отзывы очень важны. Жду вас снова.